для того, чтобы разобраться, в чем разница между полной специализацией шаблонной функции и перегрузкой шаблонной функции, давайте рассмотрим следующий пример. Мы определим три функции. Первая функция – это будет шаблонная функция фу от одного шаблонного параметра t, и она будет принимать два параметра типа t по значению. Вторая функция – это будет ее перегрузка, перегрузка шаблонной функции фу уже от двух шаблонных параметров, и она будет принимать два аргумента, первый типа t, второй типа v. И третья функция – это будет полная специализация функции номер 2 для того случая, когда и t, и v равны инту. Теперь давайте ответим на следующий вопрос. Если функции main, мы вызовем функцию фу и передадим ей два значения типа int. Какая функция будет вызвана? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, каким образом в момент компиляции соотносится выбор полной специализации функции и выбор перегрузки. Так вот, оказывается, что выбор специализации функции, он происходит после того, как отработал механизм перегрузки. Поэтому в данном случае будет вызвана функция с номером 1. Почему? Давайте еще раз разберемся. Значит, сначала отрабатывает перегрузка. На этапе перегрузки участвуют только функция 1 и 2. Специализации на этапе перегрузки не рассматриваются. А, следовательно, выбирается наиболее подходящая только из функций 1 и 2. Из этих функций наиболее подходящей является первая, потому что она подразумевает, что оба аргумента одного типа. Поэтому будет вызвана именно функция 1, несмотря на то, что третья функция выглядит намного лучше подходящей, она прямо для интов объявлена. Таким образом, вот такое выражение никогда не будет приводить к вызову третьей функции. Мы можем ее вызвать явно, если мы напишем int, то есть укажем шаблонные параметры, но без шаблонных параметров эта функция никогда не будет вызываться. При этом, если бы мы изначально сделали эту функцию не специализацией, а перегрузкой, то есть зачеркнули бы это и вот это, то тогда эта функция, конечно, была бы выбрана при перегрузке, так как она при перегрузке являлась бы наиболее подходящей для вызова этой функции. Поэтому использование полной специализации функций — довольно спорный момент. В большинстве случаев намного удобнее использовать перегрузку, и перегрузка будет намного естественнее работать.